Второй год – лучшие в России. Универсальный рынок у Подворья вновь стал победителем конкурса «Торговля России» в номинации «Лучший розничный рынок». Победа в непростой коронавирусный период была большой неожиданностью. Вторая награда – еще больший стимул двигаться вперед. Я очень-очень-очень счастлив, что еще наш Одинцовский округ завоевал несколько номинаций. И что второй раз подряд в этой номинации наш Одинцовский рынок. И сейчас многие жители города заметили, что у нас ведутся работы по улучшению пространства. И вот эти работы еще не были заявлены на конкурс. Поэтому с этими работами, с этими улучшениями, с этим новым торговым оборудованием и новым внешним обликом мы пойдем на этот конкурс в следующем году. И еще одна победа нашего округа. Звенигород номинирован как лучший торговый город. Награду в категории «Лучший торговый фестиваль» разделили Одинцово и Красногорск. Такие успехи – большой стимул не только для участников, но и для администрации. Данные конкурсы, данные номинации нас стимулируют не только предприниматели, не только работников сферы торговли и услуг, но и администрацию. Делать, развиваться, делать город лучше, делать территорию лучше, для того, чтобы это было приятнее жителям, приятнее взору туристам, которые посещают наши города. Так как, в частности, город Звенигород является нашим историческим туристическим центром. И особенно люди, которые приезжают туда, для того, чтобы они наслаждались и получали удовольствие от посещения данного города. Хабаровск, Крым, Кемерово, Воронеж. Отбор прошли 608 участников со всех регионов России. 80 стали номинантами. Они приехали, чтобы заявить о себе, поделиться опытом, вдохновиться новыми идеями в торговой сфере. Это на самом деле такая своя субкультура, которая объединяет людей, заставляет их общаться, общение и обмен опытом. Но это основной двигатель прогресса, который существует. А торговля во многих регионах является одним из лидеров там валового регионального продукта, ну, в том числе и в Московской области. И вообще, ну, очень много людей заняты в секторе торговли и услуг. Конкурс «Торговля России» проводится Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в четвертый раз. Его главная цель – показать, какой разнообразной и интересной может и должна быть торговля. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».